Здравствуйте, дорогие зрители! Вот и настали первые выходные августа, и я, по сложившейся недавно традиции, приглашаю вас на вечерний стрим. Начало в 19 часов ровно, время московское. В ходе стрима мы изучим с вами текущую карту боевых действий в Сирии, поговорим о крупных событиях, произошедших на этой неделе, и, конечно же, почитаем статью. Как и в прошлый раз, на ваш выбор будет предложено две статьи, и я зачитаю ту, которая победит в ходе голосования. В общем, всех вас жду на своей трансляции в 19 часов по Москве и благодарю за просмотр.